Ребята, всем привет. Мы сейчас живем в кемпинге Sunset, это то, что в Оленевке. И я думаю, что если вы интересовались про этот кемпинг, то вы, в принципе, смотрели достаточно видео. Но для более подробной, правильной картинки я предлагаю вам просто сейчас подняться в воздух, полетать над этим автокемпингом, чтобы вы очень четко поняли, какая там береговая линия, какой там пляж. Покажу вам, сколько людей там бывает днем сейчас. Сейчас август 2020 года. Покажу, какие линии есть, как располагаются трейлеры, где там есть домики, где можно еще располагаться. Покажу, где находится пляж Extreme. Покажу здесь, как находится расположение туалетов. Условно, где въездная территория. В общем, полетели. Я все вам подробно покажу и расскажу. Погнали. Что, друзья, добро пожаловать в автокемпинг Sunset. Сразу за кемпингом находится пляж Extreme, далее Дикий кемпинг, а далее Оленевка Village. А это Miami Beach Club. Здесь по вечерам проходят дискотеки, а также вы можете очень вкусно покушать по ресторанным ценам. Это пляж автокемпинга Sunset, но днем он выглядит совершенно по-другому, чуть позже я вам покажу. В этом здании находится туалет и душ за 100 рублей. С обратной стороны есть летний душ бесплатный и прачка 100 рублей стирка. В этом автокемпинге можно остановиться со своей палаткой, можно снять трейлер, а можно снять домик. Это въезд на территорию автокемпинга. Здесь можно набрать питьевой воды за 4 рубля за литр. А это очередной туалет с душем. За территорией автокемпинга есть озеро Лиман. Рядом с ним розовое озеро. А сейчас предлагают лететь к пляжу в дневное время и увидеть, сколько там народу. Друзья, мы сейчас находимся на пляже Extreme. Здесь проходят тусовки. Сейчас очень мало людей. Я сейчас поднимусь на дроне и покажу вам, как это все выглядит сверху. Полетели.
А теперь слева направо знакомимся с парком Экстрим. В общем, по вечерам здесь, конечно, движуха, не то что днем. Вот так вот все светится, все хорошо, все здорово. Скейт-парк вот живет. Класс, класс. Возьми вот с другой стороны. Так, ну что, мы заходим или не заходим? О, тут, короче, все. Все жестко с охраной. Вот такой здесь вход. Мам, давайте возьмемся за руки, а то боюсь я как-то потеряться в этой толпе. Мама, и ты, Диму, за руки возьми. В общем, друзья, нам выдали такие браслеты. Настя, потому что ты всегда так делаешь. 4. Все, проходим. Проходим, вот, проходим, проходим. Нас пропустили, и это хорошо. Смотрите, как тут атмосферно. Да. Вот это да. Да, медуза, видишь, такая большая. Не, нельзя убегать. Вон робот, смотри, Родион. Вот здесь есть воркаут-площадка. Смотрите, волейболы, футболы, кинотеатры. Ты свалил, и теперь я по уши в тюрьме. Где ты, мать твою? Вентиляционный труб, я друг. Здорово, здорово. Самик. Я очень соскучился. Я тоже. Да, здесь, конечно, атмосферно. Тёмка пошел мяч подавать. Молодец! Пойдемте. С мягкой посадкой. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Напишите в комментариях,
отдыхали ли вы здесь, как вам этот автокемпинг, потому что мнения здесь разделяются, мы здесь с некоторыми общались, кто-то говорит вообще очень плохой, кто-то говорит, как же нам нравится. Нам на самом деле, лично наше мнение, оно такое нейтральное, здесь хорошо. Мы стояли в худших местах, где не было никакого комфорта за эти деньги, но за такие же деньги. Вот, поэтому, в принципе, для нас лично автокемпинг, ну, да, нормальный автокемпинг. Здесь нет ничего какого-то вау-вау, нет ничего плохого. Он абсолютно нейтральный, хороший, качественный. Мы здесь пробыли 14 дней, и нас все устроило. Поэтому жду ваше мнение в комментариях. Пока.